Здравствуйте. Добрый день. Прапорщик Десенов, как и Турец. Рушите правила здоровья руку. Как именно? Решаете швыдкись. Не, не может быть. Вы рукой 86 км. Это может вы ко мне с такой скоростью на встречу бежали. Да? Да. Вы так думаете? Может быть такое. Я с инспектора уже умею так бегать с такой скоростью. Ну, я ж не знаю. Олимпи... Вы стоят, правильно? Ну, с такой скоростью бежать. Ну, не знаю, может... Тут уже не видно даже чья эта скорость, правильно? Ну что, я вам покажу, идет вот время. Ну вот что? Время, да, и что? Одна машина только ехала в это время? Там же, наверное, еще какие-то ехали, нет, да? Нет, одни ехали на скорости. Ну это ж мы сейчас не установим, правильно? Что-то? Мы же это сейчас не установим, да, никак. Установим. Что делать? Что делать? Да. Надо не нарушать. Так я не нарушаю, я 60 еду, а то и 30 иногда даже езжу. 60 ехали, да? Да, да. То есть это не ваша скорость? Да. То есть прибор неправильный? Нет, прибор может и правильный, я же говорю, я вам сразу уже, смотрите, три версии. Первая, вы бежали с такой скоростью ко мне навстречу. Вторая версия, что это чья-то чужая скорость. И третья, может быть... Погода. Погода. Чем не версия? Да? Да. Вы записали его там на камеру? Ну да, да. Вы хоть говорите нормальные слова. Бежали к вам с такой скоростью. Вам не стыдно говорить таких мне слов? Мне не стыдно, инспектор, а вам не стыдно? Мне не стыдно нисколько, мне тоже поверьте. Не стыдно. Вы уже унижаете как меня. Вы бежали я с такой вас скоростью. Я вас унижаю? Конечно. Чем я вас унизил? Потому что я к вам бежал с такой скоростью. Нет, так мы же не установим вы сейчас. Вы документы имеете, водитель? Конечно, скажите, конечно. А вы имеете служебное удостоверение? Конечно. Предъявите, пожалуйста. Пожалуйста. Я вроде с вами нормально, культурно общаюсь, не хамлю вам, а вы говорите, что я вас как-то унижаю. Извините, если я вас унизил. А я вам что, нахамил, что ли? Нет, я вам нахамил. Нет. Ну, вы же так сказали, нет, я... есть три версии. Ну, три версии, правильно? Мы сейчас... Я к вам бежал с такой скоростью. Конечно. Так, Зубец Владимир Михайлович, инспектор, это полк у нас, да? 13, до 13 года, да? Вы гражданин России? Зачем вам эта информация? Потому что вы находитесь на территории, вы едете на литовских номерах, правильно? Ну, да? Что дальше? Вы временно здесь находитесь, да? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, потому что вы не уполномочены проверять законность нахождения автомобильных транспортных средств на таможенной территории Украины. Я инспектор дорожного патрульного службы. Правильно? Да. Вы находитесь на территории Украины. Да. И вы подчиняетесь законам Украины. Совершенно правильно? Верно, да. Что, что я имею, что не имею, я не прихожу за уполномочия. Угу. Техпаспорт на транспортное средство. Техпаспорта у меня нет. На это транспортное средство. А что у вас? Ну, у меня много чего есть, но техпаспорта нет. Что с ним? Ну, нету. Не знаю, сейчас скажу, вы обидитесь опять. Как, не надо. Как есть, только наоборот. Вот бывает, что есть, а у меня его нету. А что, должен быть? Не должен быть же. Не должен быть, да? Сейчас я кофе поставлю, а то... Страховочка хоть имеете? Не имею, конечно, да. А как же без нее? А здесь вы где находитесь именно, на территории Украины? В автомобиле, в автомобиле сейчас нахожусь. Я имею вот, в виду, сейчас на этой улице. Украины. В гостях нахожусь, может быть. А может и нет. Не знаю даже. Нет, на этот вопрос я отвечать вам не тоже буду. Тоже отказываюсь? Да, конечно. Ну что я могу сказать? Это не ваша скорость. Нет, нет. Согласно 222-й конституции Украины, там, почитайте. 222-й? 22-й.